Ну, всем известно, как звезды спорта, политики, там, кинематограф, прочее, как они относятся к газетчикам. Это, в общем, не секрет. Что самое нелепое и обидное писали про Газаева? Ну, очень много писали, значит, и очень много и нелепого, и обидного никого ничего не писали. Что мне обидно? Обижаться, так сказать, это ну, последнее дело. Нет. Вот, значит, но... То, что, так сказать, даже сегодня, знаете как, на протяжении своей спортивной карьеры, значит, ну вы же понимаете, значит, существует, значит, два таких, ну, страшных порога человеческих, это зависть и лицемерие. Так. Вот я примерно, так сказать, это отношу. Вот. Главное, что, так сказать, вот твои близкие, твои семья, твои поклонники, и потом ты не каждому же и нравишься, а ну, одни, так сказать, любят «Динамо», другие любят «Спартак». Третий ЦСКА. Поэтому это тоже, так сказать, вызывает такое, ну, наверное, необъективное отношение, да? И среди журналистов то же самое. Вот журналисты тоже живые люди, у них тоже свои есть, и свое мнение есть, у них свои симпатии, антипатии, вот. Хотя они должны быть объективны. Вот, поэтому я на это смотрю так, философски, если будем говорить. Но, конечно, есть и наверное, какие-то другие факторы, поэтому не хочу сегодня говорить о журналистах. Хорошо. Вот, ну, хорошо.